Здорово, народ, на стриме меня постоянно спрашивают, можно ли прокачивать оружие, как курить сигарету постоянно, для чего нужны отмычки, бинокль, да и многое-многое другое. В этом видеоролике я расскажу о каких-то тонкостях, особенностях, которые вы задавали мне вопрос на протяжении всех этих стримов. И я дам полноценные развернутые ответы, но я сделаю это не один. Со мной будет Axe Game, который также помогал мне в этом ролике. Ссылка на его ролик будет в описании к этому ролику, также вместе с Дискордом нашим и так далее. Не будем долго затягивать, Готика, Сократ, погнали! Ну а начнем мы с того, можно ли прокачать в этой игре оружие. Ведь вы знаете, что если долго бегать на лошади, кормить ее, то у вас получается шкала прокачки ее доверия, тем самым она становится лучше. У оружия такая же ситуация? Абсолютно верно. Когда вы используете одно и то же оружие, ваш показатель перезарядки улучшается. И это видно тогда, когда у вас состояние оружия полное. То есть, если у вас еще серенькая шкала у оружия, то это означает, что еще она не прокачана на максимум. Вот в отличие от другого оружия. Вот, к примеру, берем Ланкастер, мы его сейчас почистим и увидим, что перезарядка станет максимальной. Это означает, что скорость перезарядки этого оружия улучшена на максимум. Также меня спрашивали относительно того, можно ли как-то курить постоянно, то есть чтобы анимация была постоянно, и как это делать. Я вам отвечу. Для этого надо всего лишь купить этот жест курения сигары, либо курение сигареты. И в меню через L, через жесты мы ее выставляем. Далее правой кнопкой мыши нажимаем, зажимаем, нажимаем Tab, выбираем действие сигара, то есть цифра 1, и зажимаем эту цифру 1. Далее мы можем сделать жест, после чего, соответственно, если отпустить все кнопки, действие это пропадет. Небольшой лайфхак для тех, кто перевозит самогонное предприятие. Если вы едете и у вас впереди красное пятно, вы можете просто его проскочить, ни по кому не стреляв. И есть вероятность того, что за вами не будет погони. Также не стоит забывать о такой вещи, как орлиный глаз. Есть меткий глаз, когда мы нажимаем капслок по умолчанию. Есть еще и орлиный глаз, когда мы также нажимаем капслок, но без оружия, и игра подсвечивает нам ингредиенты и так далее, так далее. То есть орлиным глазом можно искать следы, когда ищете преступников, есть даже отдельные квесты по этому поводу. Но есть бинокль, который автоматически делает орлиный глаз. Купить его можно у мадам Назар, и если вы ищете карты сокровищ, из моих предыдущих роликов я рассказывал, для чего это делать, то он будет незаменимый для того, чтобы все было у вас классно. Кстати, карт сокровищ всего 29, больше у вас не может быть их. По поводу патронташа, увеличивает ли он количество патронов? Нет, вообще нисколечко не увеличивает и вообще ни на что не влияет. То есть это просто небольшой визуал. Ну и, конечно же, самый главный вопрос. Зачем отмычка за $95? Ответ простой. Для того, чтобы грабить у дилижанса сундук. Да, у любого дилижанса есть сундук. Если подойти к нему сзади, можно его разломать, либо его можно вскрыть. Вот и все. Вот вам и весь ответ. Можно вскрыть сундук дилижанса. В нем находятся печеньки, патроны и все. То есть это тупой слив денег. Надеюсь, что в будущем добавят какие-то функции, связанные с этими отмычками. Возможно, взлом замков в задней двери банка, взлом сейфа банка или еще что-то. В общем, напишите комментарии, какие бы вы хотели возможности с этих отмычек. Да и вообще, в принципе, какой с них толк. Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале, полные обзоры на все, что есть в Red Dead Online. Профессии, оружие, крафт, новости, моды, да все что угодно, даже смешные озвучки, все есть на канале. Вращение Котика. Револьвера в руке. Для получения данного навыка тебе потребуется приобрести роль охотника за головами. Достигая определенного уровня роли, тебе будут открываться новые возможности виртуозного выпендрежа. А по-другому это и не назовешь, ведь практического применения данному навыку просто нет. Для того, чтобы выполнить вращение, тебе потребуется взять в руки револьвер и двойным нажатием на клавишу Tab задать револьверу вращение. Далее, удерживая правую кнопку мыши, выбрать, как ты хочешь вращать свой револьвер.
Игра позволяет одним точным выстрелом выбить оружие из рук врага. Естественно, в случае с игроками эта механика не работает, а в некоторых игровых заданиях, например, при поимке легендарного преступника юконского Ника, игра позволяет воспользоваться данной механикой во всей красе, спасти маршала, выбив обрез из руки юконского Ника и взять его живым. Большая часть новичков на самых начальных этапах игры в Red Dead Online часто задается вопросом, а как стрелять с двух рук? Первым делом тебе нужно достичь 21 уровня персонажа, затем отправиться к местному оружейнику или воспользоваться ручным каталогом для покупки второй кобуры. После ее покупки ты сможешь поместить в нее второе оружие. Можно взять одинаковое, например, два флотских револьвера или комбинацию револьвера, допустим, с обрезом. Весьма интересной механикой является прыжок в седло с возвышенности. Практического применения данной возможности мало, но иногда ежедневные испытания требуют от игрока выполнения такого акробатического трюка. Выполнить данный трюк достаточно просто. Нужно прыгнуть с возвышенности прямо на седло, спамя клавишу «Оседлать» во время полета. Если твой персонаж во время прыжка перейдет в фазу свободного падения, оседлать лошадь не удастся. После достижения 14 уровня в роли охотника за головами тебе откроется навык уклонения верхом. Мало кто знает, как он работает, а кто знает, тот редко находит ему практическое применение. Для того, чтобы воспользоваться данной способностью, тебе нужно оседлать лошадь и достать оружие из кобуры. Далее, войти в режим прицеливания, двойным нажатием клавиши прыжка ты выполнишь уклонение в противоположном направлении от направления твоего прицела. Данный маневр расходует выносливость персонажа и плохо дружит с картами способностей на пике формы и железная легкая. Практическое применение исключительно боевое. Во время уклонения нельзя пить тоники и перезаряжать оружие, но наш персонаж почти полностью скрывается за своей лошадью. Уклонение поможет в случае, если за тобой идет погонь или твой оппонент в открытом бою использует способность раскрасить в черное. Подобрав правильный тайминг, ты можешь не раз спасти себе жизнь, но не забывай, что твоя лошадь будет принимать часть удара на себя, и ее необходимо кормить тониками. Ну а на этом у нас все, это была вся подборка полезных моментов. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал AxeGamer. Для вас старались Готика Сократ. Удачи, пока!